В центре Бреста обвалился асфальт. ЧП произошло на улице Московской. Надо сказать, что подобное случилось впервые. Причина специалистам предприятия «Водоканал» уже известна. Произошло обрушение накануне, это после ливня, вот буквально 3 дня назад. Обрушение асфальтового покрытия при производстве уже откачивающей техники, установки пробок и ПЗУ, мы установили факт того, что произошло обрушение самого трубопровода. Трубопровод железобетонный. 70-х годов постройки, то есть срок эксплуатации его истек. Мы, конечно, занимаемся реновацией, заменой трубопроводов. 3% каждый год мы выполняем по замене трубопроводов. Сейчас специалистами водоканала делается все возможное, чтобы как можно быстрее работы были завершены. Даже несмотря на то, что объем их весьма большой. Сегодня на помощь брещанам приехали коллеги из Барановичи, чтобы помочь как физической силой, так и спецтехникой. А троллейбусный парк помог с отключением и демонтажем своих линий для того, чтобы троллейбусы временно ходили в обход. Сейчас проделан остановка. Сток в круглосуточном режиме производится перекачка, потому что бассейн канализования большой, он ограничен кварталом Советской Конституции, Кривошеина, Московская, и поставили, значит, задерживающее устройство ПЗУ, которые стоят в колодце, и дежурные работают постоянно по перекачке этих стоков. И в данный момент вы видите, здесь поставлены помести для того, чтобы раскапывать данный котлован вручную. На данном участке будет произведена замена аварийного трубопровода на полиэтиленовые трубы, что исключит экстренные ситуации в будущем. Завершить работы по локализации проблемы планируют на этой неделе. А вот провести замену асфальта на участке, где он обвалился, планируют на следующий. У нас работа не стоит на месте. Собственно говоря, мы каждый год производим замену своих трубопроводов амортизированных. Согласно указу президента, это 3%, что составляет только по канализационным сетям в городе Бреста. Вот на данный момент, в этом году мы поменяем 5 километров. В том году мы поменяли 4 километра 600. То есть это идет поэтапная работа, но все сразу. Центральная часть города еще стареет, еще при поляках строилась. Но там уже частично мы заменили трубопроводы. Брестским автомобилистам придется еще немного потерпеть, чтобы дорожное движение на улице Московской наладилось. А чтобы ваше движение из точки А в точку Б было быстрым и комфортным, выстраивайте свой путь заранее.